И юристы отмечают свой профессиональный праздник. В этом году он выпадает на воскресенье, 8 октября. В актовом зале профильного вуза в Одесской юридической академии собрались лучшие представители этой профессии. Причем не только из Украины, но даже из Соединенных Штатов Америки. На торжественной церемонии известные адвокаты, судьи, нотариусы, а также доценты и профессоры академии получили памятные награды из рук президента вуза Сергея Кивалова, а также грамоты и подарки от Союза юристов Украины и Одесской облгосадминистрации. Знаете его, нет? Одесская правовая школа в этом году отмечает знаменательную дату – 170 лет со дня своего основания. В ожидании своего юбилея и Национальный университет Одесская юридическая академия. 1 декабря ему исполняется 20 лет. За эти годы вуз стал настоящей кузницей кадров для правовой системы Украины. Работают выпускники университета и в парламенте, и в министерствах, и в генпрокуратуре. А на днях президент назначил судьями Верховного суда Украины доцента юрэкадемии и профессора Международного гуманитарного университета. В Киевском родном суде города Одессы большинство студентов как раз работает из юридической академии. Только в этом году около 10 студентов стали сотрудниками Киевского районного суда города Одессы. Это самое яркое подтверждение тому, что Одесская школа юридическая одна из сильнейших в нашей стране. На торжественном мероприятии в честь Дня юриста Украины присутствовал и судья Верховного суда Соединенных Штатов Америки, адвокат Дэниел Бэй Гиббонс. Он сейчас читает курс лекций в Одесской юридической академии. В эксклюзивном интервью репортеру американский специалист назвал этот университет лучшим в Украине. My impressions of the university are that this is one of the finest institutions I've been in the country. In my opinion, attorneys are the bridge between government and the people. And if attorneys look at themselves in that role as really the saviors of their people, the guardians of their laws, they will serve their country very, very well. Сегодня юристов в Украине готовят около 300 учебных заведений, но профессионалами становятся лишь немногие, говорит президент Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов. К примеру, в США 200 профильных юридических вузов, в Польше всего 60. Необходимо увеличивать не количество учебных заведений, а их качество, убежден Сергей Кивалов. Уже знают Одесскую школу, знают Национальный университет юридической академии, идут к нам под имя. Потому что мы не упрощаем учебный процесс. У нас развивается наука. У нас есть 5 докторских советов. У нас есть хорошее общежитие. А это хорошая материальная база. Каждый второй учебник выходит из стен нашего университета, по которому учатся все, кто выбрал такую специальность. И вот все это позволяет нам подготовить настоящего юриста. Мне бы хотелось только одного – добиться верховенства закона. Знаете, чтобы люди понимали, что государство, которым правит закон, жить всем вольготно и хорошо. Если не будет этого, мы и дальше будем находиться вот в этой темноте, из которой пытаемся выбраться. На днях в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о высшем юридическом образовании. В этой редакции он может стать провальным для правовой системы Украины, убеждены в Одесской юракадемии. Ученые университета сейчас готовят альтернативную редакцию проекта закона. К слову, половина учебных и научных материалов в Украине по юриспруденции написаны в стенах именно Одесского вуза. Я очень благодарен сегодня коллективу юридической национальной академии. Я благодарен Сергею Васильевичу Кивалову, основателю, почетному президенту этого прекрасного, лучшего в Украине вуза. Потому что здесь, кто бы что ни говорил, а есть завистники, есть и другие люди, здесь созданы прекрасные условия для получения знаний. Это самое главное. Существует атмосфера, высококлассный педагогический профессорско-преподавательский состав. 20 лет – это кузница юридических кадров страны. Взаимодействие с вузом, с юридической академией у нас действительно на хорошем уровне. Очень много работников, хороших, фаховых. Мы набираем звідси. Это наш основной потенциал. Это справді найвищий вектор вершины юриспруденции в Одесской области, данный вуз. Хочу искренне поздравить всех юристов, всех граждан нашего города, нашей области, поздравить с Днем юриста. Хотел пожелать самое главное, чтобы все юристы были крепкие духом, чтобы они были здоровыми, чтобы они находили себе работу,
чтобы в их домах было тепло, был уют, был достаток. И пусть все будет хорошо, потому что от юристов очень многое зависит в нашем обществе.